Берлога Мерка 6.00. Утро. К чему ты клонишь? Убийца. И что? Это убийца Поупа. Он будет завтра в галерее Нью-Эдем. Хочу встретиться с ним. Фейт, зачем тебе это? Это не твоя драка. Ну не знаю, заляг на время на дно. Когда я была ребенком, я не замечала, что происходит со старым городом. Мои родители замечали. И они считали, что им есть что защищать. Мама и папа были друзьями Поупа. Организовывали протесты, давили на мэра, таскали меня с сестрой на митинги. Тогда я не понимала, зачем. Какой в этом был смысл? Мерк сказал, твоя мама умерла. Ее убили во время городских погромов, в который перерос один из маршей. Ничего себе! Потом все пошло наперекосяк. Папа так и не простил себя, а я... В общем, вскоре я сбежала из дома. Наверное, я тоже не могла его простить. И тогда ты встретила Мерка? Он поймал меня, когда я влезла в его нору. Да ну? Он никогда не рассказывал. Он предложил мне стать бегущей. Казалось, это был шанс уйти с улиц. Больше все равно нечего было делать. То, что ты сейчас делаешь, Фейт, это верный способ нарваться на пулю. Они втянули в это мою сестру Цел. Я должна очистить ее имя. Я ей многим обязана. И я выживу. У меня это неплохо получается. Выжить этого мало. Надо еще обустроить и саму жизнь. Эй, не хочешь пойти со мной завтра? Какая экспрессия, какая подача диалога, просто потрясающе. Он грузил меня работой и говорит, что я расслабилась. Слушай, мне уже пора. Ну же, у тебя... Ладно, актриса, у тебя есть хоть немножко актерского мастерства? Даже я лучше могу сказать. И эмоции просто... Какие-то внедрить в этот... Фейт. Озвучку. Удачи. А ты читаешь как по накатанной, как будто состав майонеза? Там... Яйцо куриное! Загуститель! Ядерные отходы! Твою мать! Чё это за говнище? Галерея Нью-Эдем должна быть впереди. Только будь осторожна, мэр Каллаган проводит встречу с избирателями в нескольких кварталах оттуда, и все дороги будут перекрыты полицией. Центр города, 907. Мне так нравится первый уровень, там не надо сражаться, там просто бегаешь. Я смотрю, может быть, где-нибудь есть сумочка. Нет сумочек. Ну какие актрисы здесь, просто охереть. Нет, ну Фейт озвучит еще более-менее, но вот который озвучит Цел. Ну это... Просто охереть, простите, говнище поганое. Ее надо отправить куда-нибудь, уголь собирать. Выход на эстакаду должен быть в секциях 3 и 4. Окей, понял. Все понятно, бро. Ай-яй-яйки! О, нет! Мне будет больно! Фак. А твою мать, я не знаю, как залезть наверх. Вон, вижу. Окей, бро. Окей. Все, я нашел путь. Мне тут можно было в стелсе пройти все. Нахера я это сделал? Рация разрывается, сюда несется свора копа. А, низкий блок, спасибо, что предупредили. Нелюбезно показали синими палочками куда бежать. О, фак! Нет! Будет 4 до следующей лестницы. Рядом с ней будет
будет аллея, через которую ты вернешься обратно на крышу. Платформа 9, это Ричард где отдыхает! Опа! Я хотел на эту... Ой, да ладно! Ну, может, сейчас меня не заметят? Стелс! Рация разрывается, сюда несется свора копов. О, фак! Какой в жопу стелс? А, я не успеваю соображать, куда мне бежать? О, фак. Да-да-да, аллея, все дела, я понял. Как мне туда запрыгнуть-то? А, вот так вот, окей. Да-да-да! Нихера себе вертолет какой! Откровенно нихеровый! А, нет! Отстаньте от меня! Отлично! What? Да, какого? Что за... Я же убью. И главное, ударить не могу. Куда мне там надо было бежать? Так, явно не сюда, окей. Я что-то пропустил по дороге. А, твою мать, не увидел лифт, потому что это дверь. Все. Затупил. Не, не заметил лифт просто. Чувак, конечно, классно в стене застрял. Или я не подошел к нему достаточно близко. Я не хочу приближаться к копам. От них воняет беконом. А? Почему я только что неожиданно встал на месте? Не важно. Ти-пири-пири-пири. Ладно, хоть никакая скотина не преследует. Уже хорошо. Мне уже это нравится. Голуби, голуби поганые. Хорошо быть голубем. Кто-то не понравился, взял, отомстил. Ну, в смысле, подал на него в суд. Отобрал квартиру. Все верно же иду, да? Копы лезут на крышу впереди тебя, похоже, без драки не обойтись. Слышишь, ты это уже говоришь в энный раз. Я все понял, я не тупая. Где здесь? А где сумка? Я даже не знаю, куда мне идти, если честно. Ладно, на сумку насрать уже. Я надеюсь, я иду в правильном направлении. О, черт! Ну и чё? Где эти уроды? Набивающий брюхом... Брюхо пончиками. Я так и не понял, кто меня убил, колючая проволока или ты чувак. Ну, отлично. А, я нажимал Shift, ну ладно, я мертв. Окей, даже не успел долететь.
Подожди. А вот теперь я возьму, пожалуй, пулемет. Да что за... О, боже мой! Боже мой! Слишком много раз нажимаю я удары. Чего? 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 У меня в воздухе перехватил. Замечательно. О боже мой. Я не... Уберите меня! Меня прицел... Боже мой! У меня прицел на нем залочили! Я отбежать не могу! Как меня до сих пор не убили, я не знаю. Shut up, bitches! Shut up! Ah, fuck! Патронов, конечно, миллиард, миллиард. Ты такой умный, капец. Уйти бы я не смог, они меня расстреляли нахер здесь. Ну или смог бы. А ну в жопу. У меня уже ненависть к ним была. Я должен был их уничтожить. Ты молодец, галереи всего в паре кварталов от тебя. Я ненависть перевариваю к этим чувакам. А, окей. Хотя я повернул по максимуму вправо, но ладно. Это был опасный дом на дороге. Кунг-фуистский. Застряла. Я снова shift нажимал, но я не знаю, рано или поздно, всегда нажимаю в это время, ну ладно. Ей, как много самолетов здесь. И они так низко летают над городом, так реалистично, капец. И рёва моторов не слышно. Ты уже рядом с галереей. Если там что-то было, то и насрать. Ну вот, видите? Получается же, иногда нет. А я думал, что она зацепится, окей, бро. Не хочет зацепляться, ладно. Так это надо было сделать. Топ куда есть? Топку, пусть делают свой сраный Battlefield. Мне интересно, зачем Mirror's Edge нужна, допустим, разрушаемость? Ну или вообще Frostbite? Ой, пошел ты в топку. Не-не-не, ребят, не-не-не. А вот сейчас будет сложно. Они отстали. Можешь заходить, не боясь получить пулю. Окей, такие, да ну, парни, в топку, чё, бей на перерыв. Давайте уйдем, свалим нахер отсюда. А? What? А, окей. И опять это спрятана сумка, которую я не вижу. Наверху? Хм.
Where are you? I hate you. Ты здесь, я уверен. Вылезай, тварь. Вот там она, стопудово. Ага. Ну почему ты не хочешь оцепляться? Какашка. Так. Ну здесь, я думаю, так прилечу. Ну не так, конечно, ну ладно. Ау. Ау. Ау, это было больно. Не перелетел. Но я пытался. Честно, вы видели? Я не видел. Я не знаю, что это было. Ну-ка повтори. Я не знаю, что такое перемотка. Пип. Это немножко... Умственно отсталый лифт был. Он просто поздно сказал пип. Ну, в смысле, я его озвучил. Да. Пип, потому что он голубой. Видите, реклама голубая. Как бы он сам по себе салатовый, да, или какой-то цвет. Но он скрывает. Это. А, окей, я вовремя, конечно, вышел. Теперь под контролем CPF. Шикарно. Это еще лучше, чем доминошки. Сбивай, знаете, когда их выстраивают в ряд. Голуби! Не знаю, было ачивку там, напугайте 500 тысяч голубей. Придумать дайс. Открывай дверь, падла. Видимо, мне сюда. Других путей нет. Раскачиваемся, давай. Ау. Я молодец, конечно. Смотри, тут рисунок есть какой-то. Шикарно, я не знаю, это кто-то съел сетку вместе с какой-то колбасой, а эту колбасу хотят маленькие полицейские, что ли? Что? Я упорот, наверное. Скорее. Роуберн планировал встретиться со своими дружками в Атриуме, да? Ну вот он, Атриум, прямо перед тобой. Ах ты урод! Тут убегает от меня. Стой, падла. Чё ты... У него такие движения потрясающие. Чёрт. Фак! Чёртова рация сходит с ума, уходи немедленно. Не-не-не-не-не-не. Я-то, блин, умнее. Не-не-не-не-не-не-не. А-а-а! Нихера вас там, вы чё шутите, что ли? Пошли вы! Нихера там на одну маленькую китаяночку, кореечку, азиат. Типа спасибо. Ладно. Постарайся добраться на верхние уровни. Окей, меня зачем-то перекинули наверх, а я хочу в лифт. What? Это второй этаж! Постарайся добраться на верхние уровни. Все, ниже нельзя падать, со второго этажа падаю. Нет, я хочу... Меня не пускают сюда. Вау! Вот это чекпоинт! Я даже до сюда не добрался, но типа спасибо. Вообще, я побежал не в ту сторону. Окей, дайс, хорошая работа. Я хотел бы узнать, как это проходить, вспомнить точнее, ладно. Тебе надо попасть. Ладно. Ох.
Она хоть зацепилась. Да ты чё, правда что ли? Ты ж достаточно тут херню пилить, я и так бегу как могу. Смотрите, даже здесь тень у нее есть. Думаю, Кроупер подставил тебя. Ну это шикарно было, я не мог со второго этажа упасть. Вау! Дайс, молодцы просто. Гениально. Придумали, все сделали. Выше, Пейт. Я понял, что выше. Еще ближе. Еще ближе. Рано. Самое время. Ой. Кого тебя убили? Шикарно. Ну останавливайся, давай. Это вообще не круто будет, если я... Вау, ну ты нихера себе жжешь. Я надеюсь, мне сюда нужно было. Я не знаю, почему сейчас FPS спросил меня, ну ладно. Ну окей. Где я, мать его? FPS так знатно просил? А. О, фак. Да ты вот что я думаю по поводу всего этого. Ну прости, бро. Окей. Ладно, я не буду прыгать на этот раз. Я думаю, моя ошибка в этом. В том, что я прыгаю, когда я бегу по стене. А может мне просто прыгнуть вперед? Я думаю, что не зацеплюсь. Нет. Нет, а так не получается. О, боже мой, какое тупое место. А, в топку тебе. Ладно, теперь попробуем прыгнуть пораньше. Ты еще и стрелять меня не хочешь, урод? Ну ладно, это не сработало. О боже мой, я обожаю это место. Я не помню, как я его проходил в первый раз. Ну типа спасибо.
пошли! Замочить, да, замочить нахер к чертям собачьим. Козел. Специально жду, пока он там закончит стрелять. Фак! Беги! Беги, Фейджи! Ура! Я прошел это место. Самое сложное — это был прыжок вот этот поганый. На эту чертову перекладину. Хер поймешь, где там чё, с какой... Как прыгать? Жопа какая-то. Еще одна дверь, и ты сможешь убраться оттуда. Да ты чё? Лучше бы пончики ела. Теперь я понимаю, почему некоторые девочки толстые не хотят участи Фейт. Бегать там, хернёй страдать. Совсем больные, что ли? Маленький приятель вернулся. Думаешь, он убийца? Я не знаю, но думаю, найду того, кто в курсе дел.